Сотни мигрантов, которые входят в группу риска, смогли перебраться на материк с греческого острова Лесбос. Власти перевезли их, чтобы избежать возможной вспышки коронавируса в переполненном лагере моря. Перед отъездом медики измеряют мигрантам температуру и выдают защитные маски. Потом людей сажают в автобусы и отвозят на паром. Правительство намерено перевезти на материк более 2400 мигрантов, которые живут во временных центрах на 5 островах в Эгейском море. К счастью, в лагерях среди мигрантов никто не умер от коронавируса. Сейчас мы должны быть еще бдительнее, поскольку начинается следующий этап. В лагерях надо проводить больше тестов, чтобы избежать эпидемии. На островах проживает более 36 тысяч мигрантов, пока среди них не выявили ни одного случая заражения COVID-19. Но представители благотворительных организаций считают, что вспышка может начаться. При лагере Мориа уже открылась медицинская клиника, которая делает тесты на коронавирус. За последние 2 недели с островов перевезли 800 мигрантов. Еще 1500 перевезут в течение месяца. На материке открыто 93 центра для беженцев. В 3 из них обнаружили больных коронавирусом. Эти центры закрыли на карантин. Недавно Германия и Люксембург приняли десятки несовершеннолетних мигрантов, прибывших в Грецию без сопровождения взрослых. Другие страны ЕС также намерены дать убежище детям и подросткам. В общей сложности они примут 1600 несовершеннолетних.